В этот памятный для всей страны день в выставочном зале культурно-делового центра «Арктика» состоялась презентация выставки современного художника из Северодвинска Александра Кабина. Серия 16 работ под лаконичным и емким названием «Война» отражает серьезную и многогранную тему, небезразличную любому русскому человеку. Об уникальной экспозиции. Ирина Цепетова. В названии выставки в конце слова «Война» Александр Кабин поставил восклицательный знак. Именно так, неожиданно, молниеносно и страшно она вошла в жизнь русского народа 22 июня 1941 года. 16 картин маслом в технике импрессионизм и экспрессионизм. Для автора этот цикл не юбилейная акция, а то, к чему он пришел осмысленно. Трудился над картинами целых 12 месяцев. Этой работе предшествовала огромная изыскательская. Источники вдохновения автора – документальная фотохроника, мемуары, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Это была изматывающая, трудная, тяжелая работа. Александр приходил из своей мастерской полностью вымотанный и отдавший частичку себя каждой работе. Конечно, для любого художника, когда он пишет вот такие осмысленные работы, это работы не на продажу, это работы не интерьерные, не легкие, а это тяжелые, вдумчивые, осмысленные. Главный герой его полотен – русский солдат, человек, который вынес на своих плечах все ужасы и тяготы войны. В тусклых, неярких цветах – настоящая трагедия и горький вкус победы. «Пепел», «Горим, братцы», «В атаку», «Первый бой» – в названиях картин вся суть. Одно из полотен «Я убит под Оржевом», которое завершает цикл, навеяно художнику воспоминаниями бабушки. По мнению автора, смысл написания подобных картин и создания подобных выставок очень прост. Такие события не должны забываться. Для поколения 21 века эта война – далекая история, но память о ней должна жить вечно и передаваться нашим детям. Чтобы полностью погрузить гостей в военную атмосферу, организаторы подготовили мини-концерт с песнями и стихами военных лет. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать. О пощаде немца умоляя, «Найн», — твердил он важно, — «расстреляет». «Нет», — она просила, — «пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня убейте». Но в живых оставьте сыновей. Серия картин «Война» Александра Кабина впервые была выставлена на родине художника в городе Северодвинск. Сразу после она приехала в Нарьян-Мар. Увидеть атмосферные и эмоциональные полотна жители и гости города смогут до 20 июля. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».